Всем доброго дня! Раз уж я сегодня взялась про украшения вам рассказывать, про лепку, вот еще сделала подборочку таких монохромных, все в цвете примерно таком хаки, украшения. Покажу каждое по отдельности поближе. Это оттиск листика смородины, брошка и сережечки. Белый клеверок, брошка и сережечки. Тут вот такой вот пушистик. Ну, наверняка знакомое всем растение, даже не знаю, как называется. Просто травушки. Тоже брошка и серьги. Это, угадайте, что? Укропчик. Казалось бы, укропчик, да? Зонтик укропчика. А настолько они интересно смотрятся, красиво. Уже не один подобный комплект уже разъехался по стране. Девочки носят. И вот сейчас такой тоже в наличии. Это у нас подорожник. Тоже брошки. Броши, серьги. Любимые многими ромашечки. Тут закрытые такие ромашки. Здесь открытые. Очень красивый комплект летний. Это уже слепок объемный. И это. Очень люблю вот эту брошь. Ждет свою, видно, хозяюшку. Вот, это, конечно, наверное, сложно по видео и так по фото понять. Но вот когда берешь в руки, прям не хочется упускать такие изделия. Надо срочно мне посетить какую-нибудь выставку, ярмарку, чтобы вы пришли и посмотрели. Это тысячелистник, тоже очень люблю его рисовать и лепить. И вот это вот все тоже сережечки и брошь. Ничего не делаю, такое стандартное, и там формы какой-то обычные. У меня все такое кривенькое, обязательно с трещинками, с всякими прожилинками, с потертостями. Вот все такое натуральное. Ну, лопушочки вот такие бывают, только ранней весной малютки, я успеваю их сделать оттиск. Это уже лопушочек, объемный слепок. Очень тоже мне нравится эта брошка. Мне все нравится, вы как поняли. Это горох. Уже не мышиный горошек, а настоящий горох. Рос у меня в том году. Сажала. И вот пока маленький, успела сделать. Вот это объемный у нас слепочек. Это брошка отдельно. Ну вот, столько красоты. Выбирайте. Эта подборочка вся в наличии. Ссылки под видео.